Развивать сельские территории, чтобы люди не уезжали в большие города. Задача, поставленная правительству и руководству муниципалитетов губернатором Алексеем Русских. К решению вопроса необходимо подходить комплексно. Развивать экономику, создавать рабочие места, улучшать социальную инфраструктуру. Хороший опыт должны иметь и управленцы местного уровня. Для них в областном центре регулярно проводят совет региональных местных властей и сообществ. И, конечно, в этот день было важно обсудить вместе с муниципалитетами и губернатором Алексеем Юрьевичем Русских о том, как будет строиться развитие наших городов и районов, наших поселений, какие инструменты будут применяться, как развить инициативное бюджетирование, программу поддержки территориального общественного самоуправления. В зале депутаты разных уровней, главы администрации муниципальных образований и общественники. Консолидация всех структур дает возможность работать над задачами сообща. Это в том числе принятие основных структурных проектов, чтобы иметь возможность благоустроить парк, наладить водоснабжение или отремонтировать дом. Такая площадка нам предоставила огромную возможность пообщаться, обменяться опытом, когда и поселковый уровень, и уровень районных муниципалитетов собрали на одной площадке, зачитали огромный опыт, который накоплен муниципалитетами всей России. Пример в областном центре – это депутаты Гордумы и парламента. Итоги их работы – это отремонтированные дороги, поликлиники, детские площадки и многое другое. Своим опытом они делятся с районами. Обсудили и послание президента Федеральному собранию. Практически 1/4 часть послания была посвящена работе муниципалитета, развитию территории страны, а страна начинается с поселения. На пленарном заседании совета также наградили работников органов местного самоуправления грамотами, благодарственными письмами и памятными подарками. По итогам мероприятия будет сформирована резолюция, где отразят основные направления работы на 2024 год. Анна Тищенко, Улправда ТВ.